Приветствую всех подписчиков и гостей своего канала. И сегодня мы с вами рассмотрим такой всего проект, как Asobi Coin. Платформа путем создания децентрализованной системы безопасности, которая основана на технологии блокчейн, будет защищать авторское право на контент. После продажи создателями своего материала полученные средства будут направлены им в полном объеме. Ну, то есть, вот сразу же мы видим то, что проект будет решать довольно-таки такую важную проблему по авторским правам. Asobi Coin представляет собой децентрализованное платежное решение с облачным хранилищем вторичного контента. Также можно сказать, что проект как многопользовательская онлайн-платформа. В 2011 году сосредоточилась на рынке смартфонов компания Asobi. С такими названиями, как Available Online и Torrent Online. На сегодня разработчики уже выпустили множество мобильных 3D игр. Asobi Coin, ну как уже стало понятно из вышеперечисленного, что платформа распространения вторичного цифрового контента. А Asobi имеет просто колоссальный опыт разработок онлайн-игр с 2003 года. Это получается, что у данной компании уже за плечами более 15 лет такого вот опыта и успешной деятельности в данной сфере. И более 600 членов в команде. Кстати, вот самая огромная команда из всех, наверное, из всего проектов, которые мне приходилось видеть, более 600 членов. Asobi может похвастаться наградой лучшему разработчику от Google Play. Платформа предусматривает Asobi Market на основе блокчейн. Вы сможете покупать игровые предметы, программное обеспечение, электронные книги, видео, комиксы, игры, музыку, все, что в интернете можно отнести к авторским правам, будет торговаться благодаря данной платформе. Децентрализованная система защиты DSS, основанная на технологии блокчейн, будет обеспечивать непровержимое доказательство владения контентом. Ну, платформа эта собирает в себе множество полезных и незаменимых функций и особенностей, благодаря которым может считаться конкурентоспособной и современной на рынке аналогов. Ну, говоря про конкурентоспособность, тут нет ничего удивительного, да, если данная компания является лидером и занимает почетные места, даже награда от Google Play Market. Так, ну вот еще стоит отметить, Asobi DApps одним из главных и важных компонентов экосистемы Asobi, в силу того, что он представляет возможность обмена вторичным контентом с использованием децентрализованной системы безопасности. Эта система основана на технологии блокчейн, что в свою очередь помогает служить бесспорным доказательством владения различным содержимым. То есть оспорить невозможно то, что в блокчейн-цепи записано, если это действительно принадлежит автору. Уже никакие арбитражные системы абсолютно ничего не поможет. Это стопроцентный факт. Asobi Market, новая среда на платформе Asobi, которая также поддерживается технологией блокчейн. В ней пользователи платформы будут иметь возможность приобретать всевозможные виртуальные активы, которые являются новыми или используемыми. Интересен факт, что рынок структурирован таким образом, что транзакции средств для этого цифрового контента безопасны и будут абсолютно законны. Также у Asobi будет свой собственный кошелек Asobi Wallet. Особенная и незаменимая функция, которая поддерживается платформой Asobi для облегчения продажи различного цифрового контента, такого как игры, музыка, электронные книги. Ну, все можно будет это продавать и покупать непосредственно на магазине владельца контента, либо уже при помощи данной платформы.
В настоящее время идет продажа токенов, токены данного проекта. Вы сейчас можете приобретать с хорошим бонусом. И еще стоит отметить, что Asobi уже успешно завершил два этапа пресейла. Японские инвесторы поддержали проект, и даже сейчас на этапе пресейла со 100% уверенностью можно предположить, что первичное предложение монет уже прошло успешно. А в третьей стадии проект выходит уже на открытый рынок, и инвесторы со всего мира могут присоединиться и приобрести токены данного проекта. Так, ну давайте теперь немного поговорим непосредственно про сам токен этого проекта. Так, тут у нас идет, да, кстати, вот roadmap. Ну, более подробнее с roadmap'ом вы можете ознакомиться на официальном сайте. Ссылка на него будет в описании под данным роликом. Ну, тезисно давайте немного про токен. Название токена, то есть аббревиатура будет ABX. Ну и стандарт токена будет на ERC-20, то есть на платформе эфира всего будет 16,5 миллиардов токенов выпущено по цене на ICO всего лишь 1 цент. Ну и софткап проекта 5 миллионов долларов, хардкап уже в 10 раз больше, то здесь 50 миллионов долларов. Ну, данная компания хочет отметить, что создает именно качественный продукт. Создатели проекта вполне добросовестно и ответственно подходят к каждой его задаче. Всю ее они решают в поставленные сроки, никаких задержек, никаких у них запинок пока замечено не было. И анализ компании позволяет предположить, что у них почти все шансы, даже сказал бы точно на все 100%, иметь успех в своих начинаниях и довести проект до ума. Ну, предлагаю вам обратить внимание на данную компанию, на данный проект, и пока еще есть время изучить его на официальном сайте, можете там посмотреть white paper, также будут ссылки на их социальные сети. Да, вот, кстати, у них команда идет. Очень подробно можно ознакомиться на LinkedIn. Вот тут все кликабельно. Заходите. Если LinkedIn у вас не работает, то советую пользоваться браузером Tor. Через него все будет работать. Да, вот команда. Команда большая. Но здесь, конечно же, не все члены представлены. А такие наиболее важные члены команды. Также есть официальное видео у них. Вот обзор новостей, которые недавно были и являются такими наиболее важными. Да, информации по данному проекту много. Вся информация открыта. Обязательно заходите, ознакомьтесь. И, возможно, примите решение. Я бы вам советовал, конечно, инвестировать в этот проект. Ну, на этом все. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем удачных инвестиций и пока.